уже все, западного округа почти нету, потому что он весь в России. Все казняки. Офицеров нету, потому что много погибли уже. Офицеров 15-60 погибли. Наших, именно наших. Mm-hmm. 15 офицеров тихо вот наших погибло. Вот. Короче, у нас вот схватка, из-за этой нехватки, то что нет офицеров, нет водителей, нет никого как бы. Поэтому мы стоим на одном месте. Поняла. Пехота, которую вот видите, вот добровольцы набирают добровольцев, они пехота, они живое мясо. Ясно. Вот эти вот добровольцы, которые идут, их закидывают в пехоту. Пехота и разведка это живое мясо. Да. Поняла. А так вот сейчас мимо меня вот, ну вот одни восточники мотаются, западников уже почти нету, потому что вся техника побита, то бас не работает, то еще что-то не работает, то коляса попробиты, то еще что-то, то людей нету. А так на передок вот сейчас чисто добровольцы едут и все вот, поняла?